малышек. Ух, блин! Малыш, малыш, малыш! Это просто пранк! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Doors. Наконец-то второй этаж вышел, а именно шахты. Всем я желаю приятного просмотра, аппетита и лайкосик. Обязательно ставьте, залетайте в Телеграм. Короче, друзья, погнали смотреть шахты. Да. Ну, я пока что один, поэтому погнали. Поглядим, что да как. Мне прям очень интересно. Ребят, сколько мы ждали. Вот год назад надо было обновление это сделать. Плюс мы еще фанмейд поиграли, друзья. Мы сейчас сравним. Потому что, если честно, фанмейд шахты очень великолепный был. Опа! Что-то происходит, друзья. Звуки какие-то на заднем плане пошли. И, понятное дело, я не знаю, что-то нужно нам покупать. Ну, я думаю, мы трянснемся сразу. Что-то у меня есть такое подозрение. Короче, мы падаем. Окей. Можем побыстрее даже падать, друзья, да. Кнопочка, чтоб ускорить шахты. Ну-ка, поглядим. Итак, друзья, мы действительно упали. Генератор. Что там насчет генератора? Зажми. Нужен предохранитель. Понял. Так, собираем бабосик. Друзья, также можно прятаться, как ты видишь, шкафчик. А, кстати, долго в шкафу можно сидеть или нет? Какие-то звуки. Это что такое? Это что такое? Погоди. Так, монстров никаких нет. Все нормально, дружище. Так, это печально. Это довольно вообще печально, друзья. Короче, в шкафу долго не посидишь. А, немножечко хардкорно. Угу. Так, фонарик у меня там даже есть, офигеть. У кого-то там планшет остался, между прочим. Короче, ладно, пойдем. Пойдем, ребята. Тут на заднем плане там что-то ходит, шастает. А вагонетка. Я такую уже видел, ребята, в трейлере, где как раз разбивали дверь. Но здесь она никуда не сможет, друзья. Какая-то штучка, кстати. Нет. Я уже, если честно, шкафчиков боюсь. Я уже что-то последнее время понял, что... Ну, нет. Ребят. Что-то не хочу. Кстати, нашел. Нашел, ребята. Предохранитель или лампочку, я не знаю. Сейчас мы ее с тобой... Быстренько. Давай, дружище. А, ты хочешь сказать, что тут еще одна должна быть? Я, кстати, пропустил. Ну, может, и лучше. Да. Все. Генератор работает. Что это значит? Это значит, мы можем идти и открывать дверь. Все, вперед, ребята. Как говорится, мы сейчас серию запилим... О, до сих пор свет, кстати. Немножечко попроходим. Может, 101-е. Офигеть, неплохо. Начало положено. А, это мы уже видели. Это мы уже видели как раз в трейлере. Пожалуйста, меняем. Мне вот насчет монстров прям интересно, ребята. Ну, сколько пройдем? Ну, давай 30-ку-то пройдем, я думаю, а? Че думаешь? Или маловато будет? Так. Ну, для начала, наверное, и хватит. Так, фонарь, короче... На вес золота. Потому что нифига... О, бласты! Спасибо. 102-я. Да я вообще так вот сделаю. Оп. Скричи, да. Кто бы сомневался. Аптек, что-то тут завались. Кстати. Это неплохо. Это неплохо, друзья. Так. 103-я. Не, тут с друзьями будет вообще круто. Ребят, тут вообще просто офигенно будет с друзьями. Честно скажу, я хотел стримчанский, а не премьеру. Сейчас, наверное, ты видишь премьеру, бро. Ну, поверь.
Что-то вот последнее время не особо прям супер сильно хайпит Дорс. Хотя, может, тут будет много сейчас просмотров. Я, конечно, буду в шоке. Ага, привет, дружище. Кстати, по звукам, как будто нам Габелла. Но вдруг мы выживем. Мы выжили. То есть тут, в принципе, тоже будут такие вот места, ребята, где мы сможем выживать. То есть там раш был. Оу. Спасибо, что меня не затрямсали. Немножко надо погромче сделать. То и что-то как-то... О. А раш, получается, что, не открывает теперь двери? Ах ты говнюк. 108-я. Это что такое? Налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. Это что такое у нас? Мухи. Ребят, ну это просто капец. Меня мухи, меня Жеки убили. Я немножечко в шоке. Как дефаться от Жек? Ладно, еще одну карточку, ребята, даем. Я на самом деле думал, что я 30, как минимум, пройду. Дубль 2, друзья. Погнали, вторая каточка у нас начинается. Нифига тут ящичков. О. Спасибо за пластырь. Спасибо, папаша. Так, все, залетаем быстренько. 101-е. Пускайте. И тут реально каждый раз именно вот такая вот будет комнатка. Окей. Вот это с переключателем прикольно. Прикольно они сделали. Ничего не скажешь. И это болты там. 102-я. О нет. О нет. Нет, дружище. Ну почему это именно со мной происходит? Ладно. Найдем, не переживай. Все, погнали. Хотя можем сразу все забрать, да и все. По звукам там как будто вот кто-то есть. В принципе, что их искать-то? Так, бабосик. Отлично, ребята. Уже живем. Слушай, ну тут нифига нет. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Зажигалка, спасибо. Это, кстати, мне пригодится. И что? Окей. Тут, оказывается, еще есть дверьки. Я думал, все в одной будет. Это что такое? Это шипы? Ты погляди. Нет, это не шипы, ребят. Это не шипы. Ну окей. Садовые ножницы, наконец-то, пацаны! Офигеть! Так вот для чего они! Ого, мощный фонарик. Найс! Живем, пацаны! Неплохо! Слушай, вот это другой разговор. Прикольно. Теперь понятно, друзья, для чего они нужны были. Так. А интересно, что это такое? Господи, вы меня просто задарили предметами. Зачем? Так, это батарейки. Понял. А это что такое? Лазерная указка? Мы что, с котами будем тут связываться или что? Я пока не понимаю. Но это очень интересно. Друзья, это прям очень интересно. Блин,
у меня... А, вот, тут слоты дополнительные появляются, смотри-ка. Кто-то есть? Тут котенок какой-то или что? Что за звук сейчас был? Короче, это очень долго. Вот это прям меня немножечко запарило. Ну реально. Офигеть. Ребята, а это у нас какая? Какая у нас, значит, дверька? 103-я, прикинь! Я уже устал! О, что-то поморгало, по-моему, да? Что там? А ты кто такой? Малыш! Привет! Малышек! Ух, блин! Малыш, малыш, малыш! Это просто пранк! Это просто пранк, бро! Ты мой маленький! Офигеть! Офигеть, блин! Слушай, ладно, это очень круто. Где? Где? Кто? Когда? Кто псикнул? Уже скамят, прикинь? Уже скамят. Туда вообще, не туда? И непонятно. Капец, 107-я только. Спасибо за батареечку. Не надо. Ага, опять пранк? Мухи! Да что ж такое-то? Как от них отбиваться? Как от этих мух отбиваться? Я вообще не понимаю. Жеки, мне мстят просто. Ладно, друзья. На этом пока что все. Игра просто великолепная, офигенная. А мы, если что, с другом сейчас чуть попозже поиграем. Ты ставь лайкосик, залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.